Александр. Европа, Египет, Персия, Индия. Удача благоволит храбрым. Вергилий, Энеида. Вавилон, Персия, июнь 323 года до нашей эры. Александрия, Египет. Наш мир пал. Не устоял под натиском войн. А тело повелителя его забальзамировано здесь по египетскому обычаю. Я унаследовал у него египетский трон. И правлю вот уже 40 лет. А можно мне? Я триумфатор. Ну что это значит теперь, когда не осталось никого, кто помнил бы блестящий прорыв конницы в Гавгамел? Или покоренные горы Гиндукуш, пропустившие 100-тысячное войско на пути в Индию? Он был богом, Катн. Или, по меньшей мере, подобным одному из них. Тиран, походя, бросают они, а я смеюсь. Разве тиран мог дать людям так много? Да что эти неразумные знают о нашем мире? Править способен только сильнейший. Но Александр был не просто тверд духом и волей. Он словно Прометей нес людям свет. Свет преобразований. Когда он пришел, стало возможно все. Люди вдруг поняли, что миром может править только один царь, и что так будет лучше для всех. 18 Александрий было в его империи, но главную империю не из земли золота он создал в умах людей. Эллинская цивилизация, доступная, открытая для всех. Но как рассказать? Как передать свои чувства, когда ты молод, готов к подвигам, полон мечтаний? Александр смотрит в твои глаза, и ты веришь, что можешь все, что угодно. Вот для него мы были под защитой Аполлона и проявляли героизм. Право же, я в своей жизни повидал великих людей, но он был колоссом. И только дожив до глубоких седин, я постиг величие того, кто вобрал в себя все силы природы. Или все же нет? Существовал ли такой Александр в действительности? Разумеется, нет. Спустя годы мы творим из него кумира. Все люди взлетают и падают. Взлетают и падают. На востоке все известные земли подчинила персидская держава. На западе когда-то великие греческие города-государства Фивы, Афины, Спарта пали жертвой собственной спеси. Вот уже 100 лет персидские цари подкупали греков, которые, польстившись на их золото, уходили в наемники. Одноглазый Филипп, македонский царь, все изменил. Не жалея живота своего, он собрал по горам и долинам полудикие племена пастухов и создал профессиональную армию, поставившую заблудших греков на колени. Затем обратил свой взор на Персию. По слухам, Филиппа побаивался даже Дарий.
незадолго до этого воцарившийся на Вавилонском троне. И это время, напоенное ожиданием войны, дало миру Александра. Он родился в Пелле. В небе, как орлы, каждый сын мечтает. Его мать, царицу Олимпиаду, считали колдуньей. Одни говорили, что Александр родился от Диониса, другие, что от самого Зевса. И вправду, не было в Македонии человека, который, глядя на отца и сына, не преисполнился бы удивлением. Жить ты только начал, вверх орлы укажут путь, храбрых ждет удача. Ее кожа — вода, огонь — ее язык. Она твой друг. Держи ее. Если будешь сомневаться, она тебя ужалит. Запомни это. Не сомневайся никогда. Да. Они как люди. Мы можем любить их, кормить, беречь их. И все равно они нас предают. Не обижай ее. Хорошо. Иди сюда. И он меня зовет дикаркой. Филипп каждую ночь насмехается над Дионисом. Течет кровь Геракла. Ты не более чем пьяный распутник. Закрой свой грязный рот, блудница. Какого бога я должен проклинать за то, что когда-то заметил тебя? Думаешь, он не знает о твоих ублюдках? Что? Будь проклята твоя колдовская душа. Ты держишь его здесь, как одно из своих змей. Я запретил. Нет, никогда! Покоришься, или я убью тебя своими руками! Нет! Отпусти ее! Только нет! Починись! Повелитель, нет! Ради всего!
всех богов мира! Успокойся, Александр! Не будет твоим! Никогда! В своей утробе я выносила того, кто за меня отомстит! Восемь лет спустя. Я убежден, что в мире, которым ему суждено было править, именно дружба помогла Александру сохранить рассудок и способность трезво мыслить. На драки нужно не так уж много. Готовясь к битве с племенами варваров, стоя лицом к лицу с врагом, ты будешь чувствовать, что мужество гнездится вовсе не в твоем желудке. Мужество человека живет в его сердце. Не нужно есть каждый день и до полного насыщения, Птолемей. Не нужно прохлаждаться в постели по утрам, когда можно отведать бобовой похлебки, Кассандр, после ночного марша. Дивись! Думаешь, тебя будут почитать как царя, вспоминая заслуги твоего отца? Первое правило войны – делай то, что приказываешь своим людям не больше и не меньше. Хорошо? Довольно? Молодец, Гефестион. Битва прекрасная, как раз то, что нужно. Все. Ты бился, но проиграл. Теперь поздравьте друг друга. Так. Нужно было поддаться тебе, Александр. Ты победил. Но обещаю, я возьму реванш, Гефестион. Будущие низшие расы, персы владеют по крайней мере 4/5 всех известных нам земель. Возможно ли, чтобы истоки реки могучего египетского Нила находились здесь, высоко в горах на краю земли? В этом случае опытный мореплаватель сумел бы пройти отсюда, по этой реке на восток, к великим равнинам Индии, а затем в Восточный океан, вдоль края мира, а потом этим путем вверх по Нилу, обратно в Египет, в Среднее море и попасть домой, в Грецию. Если бы только эти жабы были способны разглядеть свою выгодную позицию в самом центре, то правили бы всем миром. Учитель, но почему? Об этих землях складывают легенды. Об Индии, где, мы знаем, побывали Геракл и Дионис. Все, кто уходил на восток, Тезей, Ясон, Ахиллес, возвращались победителями. Эти мифы передаются из поколения в поколение. Выходит, доля правды в них есть? В сказаниях амазонок? Нет, Александр, в них верят только простолюдины. Они верят почти во все. Мы же должны образованностью обезопасить себя от этих глупых пристрастий. Почему, если мы выше персов, как вы говорите, мы ими не правим? Ведь мы греки. Всегда мечтали отправиться на восток. Потому что восток пожирает людей вместе с их мечтами. Учитель! Да? Учитель! Я слушаю, говори. Почему персы такие злые? Сегодня у нас другая тема, Неарх. Но твой вопрос закономерен. Восточные народы известны своим варварством и рабской преданностью плотским утехам. Всякая неумеренность вредна, ибо отнимает у человека силы. Вот почему греки превосходят другие нации. Мы учимся управлять своими чувствами. Мы умерены. Надеюсь. Филипп пригласил из Афин Аристотеля и других мудрецов, чтобы просвещать наш грубый народ. Раздираемый чрезмерным тщеславием, он начал планировать вторжение в Персию. Возвращайся в свою фалангу! Я сам им займу! Его не объездить, мой повелитель! Да еще с вашей ногой! Этого зверя слишком часто били. Мой благородный царь, это резвый жеребец. Да, он резвый, достойный Филиппа из Македонии. Всего 3,5 таланта. Я бы все равно не смог на нем заработать, но вам продам. На что мне это буйное животное? Мне и жены хватит! Я кажусь такой же старой. Хорош конь, довольно дикий. Стоять.
крыть мне не нужны. Можешь продать на мясо эту скотину. Отец, купи мне этого коня. Я его объезжу. А если не сможешь? Я сам за него расплачусь. И чем же? Сладкими посулами? Я заплачу. Эту лошадь объездить невозможно. Ее безумие очевидно. Можно объездить. У меня выйдет. Справишься, я тебе отдам ее. За полцены. Эта лошадь убьет его, Филипп. Или, по крайней мере, покажет. Думаешь? Тогда мать сделает из него музыканта. Зачем тебе эта лошадь? Барахло! Мальчик не слишком искусен. Он может пострадать. Пусть привыкает к прелестям жизни. Пора. Тебе не нравится твоя тень. Тебе кажется, что она пытается тебя захватить. Видишь? Это мы. А тень — это шутка Аполлона. Ведь он бог солнца. Мы его перехитрим. Мы с тобой. Александр. Ну что ж, попробуем. Держись крепче, Александр! Они! Защитят тебя, Зевс! Ты помнишь Ахиллеса? Он мой любимый герой. А ты знаешь его судьбу? Он умер молодым. В сиянии славы. А у него был выбор? Да. Он мог бы жить долго, но в полной безвестности. Твои мечты о славе, и мать их поощряет. Но слава не бывает без страданий, а она этого не допустит. Однажды и меня изобразят на этих стенах. Прометей похитил священный огонь и отдал его человеку. Это так разгневало Зевса, что он приковал Прометея к стене. И каждый день орел клевал печень бедняги. Ночью она вырастала вновь, и орлу опять было чем поживиться. Печальная участь. Почему? Никто не знает заранее, что его ждет. Хорошо, что мы закрыли этот старый вонючий дворец. Эдип выколол себе глаза, узнав, что он убил собственного отца и женился на своей матери. Но осознание этого
пришло к нему слишком поздно. Медея уничтожила своих сыновей из мести Исону, когда тот ушел от нее к молодой. Моя мама не причинит мне зла. Очень нелегко избавиться от материнской опеки. Берегись женщин до самой своей смерти. Они намного опаснее мужчин. Геракл, после того, как он совершил 12 подвигов, судьба наградила его безумием. И он убил троих своих детей. Бедный Геракл. Великий Геракл. Величие идет об руку с крахом. Когда-нибудь и тебя боги оценят. Жестоко и беспощадно. После того, как я стану царем? Не торопи этот день, мальчик. Он сулит грозы. Мой отец бросил меня в бой, прежде чем я научился сражаться. Когда я впервые убил человека, он сказал: науку постиг. Я ненавидел его. А вот теперь понимаю. Нельзя царем родиться, Александр, им можно стать, преодолев много испытаний. Царь должен уметь обижать тех, кого любит. Власть есть одиночество. Спроси Геракла, спроси любого из них. Судьба беспощадна. Всякого мужа и деву, обретших красоту и власть, ждет неизбежный крах. Боги забавляются, глядя на царей, и без усилий уничтожают все, что мы создали. Боги дают нам славу, они же и отнимают ее. Боги превращают нас в рабов. Восемь лет спустя. Беременна. Так скоро. Маленькая потаскушка. Они поженятся весной на торжествах в честь Диониса. После того, как у нее родится первенец, ее любимый дядя Аттал убедит Филиппа объявить мальчика своим наследником, ну а себя опекуном. А ты? Ты отправишься с заведомо невыполнимым заданием к ужасным северным племенам. И вот однажды в какой-нибудь бессмысленной битве тебя искалечат. А поскольку я больше не королева, то нас вместе с твоей сестрой и остальными представителями рода предадут смерти. Прошу тебя, не воспринимай жизнь в черном цвете. Но признай, уже не отнял тебя то, без чего ты не можешь жить. Наш единственный шанс нанести удар первыми. Объяви о своем браке с македонкой. Затем заведи ребенка, македонца. Он будет уже его, а не мой. И ему придется объявить тебя царем. Женись на Кинане. Эвритика бы лучше подошла. Но твой отец, мерзавец, успел ее испортить. Больше ни слова о моем отце. Ты меня слышишь? Ни слова. Ты прав. Прости меня. Материнская любовь безмерна. Кому же я колыбельная должна теперь петь? Как мне жаль, что мы больше не проводим столько времени вместе. Как это бывало раньше, когда ты был милым маленьким мальчиком. Мы вместе бывали очень редко. С самого детства меня учили, что я всегда должен быть лучшим. Мое бедное дитя, ты как Ахиллес, приговоренный к величию. Возьми у меня все мои силы. Тебе ни в коем случае нельзя путать свои чувства со своим долгом, Александр. Царь
должен все делать для своего народа. Ты должен знать, как Филипп мыслит ради своего же блага. Твоя жизнь висит на волоске. Его шпионы проникли в круг твоих ближайших друзей. Довольно! Я его единственный сын. Ты безумна. Он не причинит мне зла. И пусть Эвридика родит мальчика. Ему не увидеть трона до 20 лет. Да, но тебе в ту пору стукнет уже 40. Ты будешь старый, мудр, как Парменио, а юному сыну Филиппу будет всего 20, как тебе сейчас. И воспитает его Филипп. Это его кровь. И тебя никогда не допустят к трону, Александр. Никогда. Александр, залей тоску вином. Ему не дано утолить грусть. Лишь одно превосходит восторг от победы в бою, сын. Дивный вкус новой женщины. Удовольствие от обладания ею приятнее слез по себе. Павзани, ты мне наскучил. Александр! Александр, смотри, что я тебе несу. Подарок тебе. Как твое имя? Как зовут? Тост! Я пью за наших греческих друзей и за новый союз Греции и Македонии, равных в своем величии. И за Филиппа, нашего царя, без которого был бы невозможен этот союз. Довольно, Атал, тут уже душно. И, наконец, за союз царя с моей племянницей Эвридикой. Мы все испытываем гордость за македонскую царицу. За Филиппа, Эвридику и за их будущее законное потомство. Александр, а я тогда кто? Собачий сын? Отвечай! Держи его! Как ты смеешь? Александр, прошу тебя! Детский щенок! Замолчите! Замолчите! Александр, прошу тебя! Довольно с меня ваших пьяных драк! Извинись именем Зевса! Не позорь меня! Я вздул того, кто зовет мою мать шлюхой, а меня ублюдком. И я же тебя позорю. А ты такой же, как твоя мать. Отныне Отелл мой родственник, как и ты. Тщательнее нужно выбирать родственников. Я не буду сидеть и наблюдать, как ты себя позоришь. Позорю себя? Позорю? Ты оскорбил меня! А кто ты такой? Мерзавец, недостойный целовать следы моей матери. Пес, ты усомнился в положении своей царицы. Позорю? Да мне нечего стыдиться, самонадеянный мальчишка. Я возьму ее, если пожелаю, и стану плодить сыновей, если мне будет угодно, и вы с твоей матерью не помешаете Почему мне. Ты думаешь, что все мои поступки направляют рука моей матери? Потому что знаю ее подлую душу. Я вижу ее в твоих глазах. Ты жаждешь трона слишком страстно. Нам всем хорошо известно, что эта волчица, твоя мать, желает мне смерти. Запомни сам и передай ей тебе напрасные говорит, вино, мечты! Филипп, отпусти юношу. Завтра Сейчас. Утром... Сейчас! Повелеваю! Извинись перед родственником! Извинись! Извинись! Он мне не родственник. Спокойной ночи. Когда моя мать пойдет замуж, я позову тебя на свадьбу. Стой, выродок! Я приказываю ко мне. И это...
Этот человек собирается вести вас из Греции в Персию? Он даже не способен пересечь этот зал. Убирайся из моего дворца! Я изгоняю тебя, выродок! Высылаю из своих земель! Тебе нет здесь места! Ты мне больше не сын! Но вдруг все для него переменилось. Его отец, царь Филипп, был убит. И 20-летний Александр стал новым правителем Македонии. Нарушив все договоры, думая, что Александр слабый, неопытный юноша, некоторые опрометчивые греческие правители взбунтовались против него к вящему удовольствию персов и, возможно, на их же золото. Видят боги, Александр умел любить, но предательство вызывало ужасный гнев и беспощадное мщение. В печально известных Фивах несколько тысяч человек он вырезал, а оставшихся в живых продал в рабство. После этого, как и ожидалось, потрясенные греки сдались, и хотя в итоге к большинству своих подданных он относился с великодушием, именно эти исключения — Фивы, Газы в Палестине, а позже Персеполь в Персии и некоторые другие — всегда вспоминают те, кто ненавидит Александра и внушают, что он зверь. В 21 год Александр вторгся в Азию с прекрасно подготовленной 40-тысячной армией. Освобождая один город-государство за другим, он покорил всю Западную Азию, дошел до юга Египта, где был провозглашен фараоном и где ему как богу поклонялись. Александр посетил знаменитый Оракул. Вот здесь, в оазисе Амона, Сиве, и жрецы его объявили сыном Амона. В конце концов, в сердце Персидской империи, неподалеку от Вавилона, он вызвал на бой самого Дария. Гавгамелы, Персия. И это было чистое безумие. Нашей 40-тысячной армии противостояли 250 тысяч варваров. Но этого дня Александр ждал всю свою жизнь. Александр, сын Бога. Это был миф, конечно. По крайней мере, в самом начале. Я знаю. Я был там. И я видел его глаза. Здесь мы ворвемся в персидские шеренги и обезглавим их. Ты уничтожишь Дария? Наконец-то боги вывели его на нас. Если погибну я, умрет лишь один македонец. Но персы и шагу не могут ступить без команды Дария. Здесь. Именно здесь мы перережем горло персидской армии. Это безумие. Ты не подойдешь к нему и на 100 шагов. Разве ты не видел его несметное полчище, Александр? Не подойду, если ты не удержишь его левый фланг, мой бравый Парменион. Вместе со своим сыном Филотой хотя бы на пару часов. А ты, несокрушимый Антигон, встанешь со своей фалангой в центре. Пердика, Леонард, Неарх, Полиперхон. Если вы его прибьете своими сарисами здесь, в центре, его конница устремится за мной направо. И вот тут храбрый Кассандр прорвет ряды персов, растягивая левый фланг. В их шеренгах появится брешь. И тогда мы с гетайрами, моим верным Клитом, Птолемеем и Гефестианом бросимся в нее. И нанесем Дарию смертельный удар. Александр, даже если твой расчет окажется верным, и боги будут благоволить к нам, нужно уничтожить не только Дария, но и все его войско. В ином случае его остатки растерзают нас по дороге домой. Да. Говоря «дом», ты подразумеваешь отступление. Ты не понимаешь, Парменион, что мой новый дом – Вавилон. Александр, битва неизбежна. Прибегнем к хитрости. У нас меньше воинов. Надо напасть сегодня и застать их врасплох. Что? Я прошел всю Азию не для того, чтобы победить хитростью. Нет. Благородство не позволит.
В детстве у тебя под подушкой наверняка были сказания о Трое. А вот отец твой не приветствовал Гомера. Дарий предлагает тебе руку своей дочери. Земля к западу от Евфрата. Когда это персы оказывали греку такие почести? Это вовсе не почести. Парменион — это взятка. Греки ими не брезговали. Очень долго. Верно. Вспомни, что убийца моего отца находится сейчас поблизости. Да, Александр, есть. Мы до сих пор не уверены, что убийство твоего отца оплачено золотом персов. Да сейчас это и не важно. Александр, не слушай его. Парменион, ты знаешь, что это так. Твой отец всегда учил тебя слушать голос разума, а не зов страсти. Я призываю тебя перегруппироваться, вернуться на побережье и собрать большую армию. Так бы и случилось, если бы я был Парменион. Но я Александр. Не может быть на небе двух солнц и не будет возить двух царей. Таковы мои условия. Поэтому, если Дарий не трус, который прячется за войском, завтра он примет бой. И после того, как он сдастся на милость Греции, Александр пощадит его. Клянусь Аресом, храбрости ему не занимать. Воздай ему должное, Парменион. А сейчас устроим пир. Завтра будем пировать у Аида. Кому ты молишься? Фобосу. Ты боишься? Это дурной знак. Возможно, для Дария. Я пришел к выводу, что всех людей вперед гонит боязнь смерти. В гимнасии нас этому не учили. В этом корень всех наших несчастий. Ну что, могучий Кратер? Повелитель. Ты готов выступить на рассвете? Да, мы слишком давно ждем. Мои люди готовы броситься в бой. Хорошо. Страх придает воинам больше сил. Пусть твои люди как следует отдохнут. Не беспокойтесь, все знают, что я умею спать, не смыкая глаз. А, он боится, чтобы у него не стащили трофеи, повелитель. После битвы вы все будете по-царски богаты. Да. Это так. С нами боги, повелитель. Мы зальем землю персидской кровью. Я всегда в тебя верил, Александр. Но эта задача может стать непосильной. Патрокл верил Ахиллесу, стоя с ним плечом к плечу при осаде Трои. Но Патрокл раньше ушел. Если уйдешь ты, и если Македонии суждено потерять своего царя, я перед смертью за тебя отомщу и отправлюсь следом. Я поступил бы так же. Гефестион, мы лишь в начале пути. Отправляемся навстречу судьбе. Войники, сражайтесь!
Автолен. Я помню день, когда ты перемахнул через осадную башню в тире. Тогда ты был неудержим. А сегодня? Как будешь биться? Диксип, как далеко ты отбросил своего противника на последних играх в Олимпии? Метнешь ли свое копье так? Тимандр, сын Минандра, славного воина моего отца, я до сих пор оплакиваю твоего брата Адая, геройски погибшего в Галикарнасе. Ты принадлежишь к почтенному роду, Тимандр. Бейся сегодня за него. Вы все чтите свою родину и своих отцов. Мы пришли сюда, на дальние рубежи Азии, где Дарий наконец-то собрал свое огромное войско, чтобы дать нам бой. Лишили жизни моего отца и вашего повелителя. Что же это за великий царь, который, набирая армию, обращает своих подданных в рабов? Что это за царь? За этим царем пустота. Его люди не за свои дома бьются. Они дерутся, потому что так им приказал царь. Боевые хорды будут таять на глазах, потому что эти люди не знают верности царю рабов. Но мы с вами не рабы. Мы свободные люди Македонии! Кто-то из вас, а возможно и я, не увидят, как сегодня солнце спустится за эти горы. Но я скажу вам то, что с незапамятных времен известно любому воину. Страх нужно преодолеть. И тогда, обещаю, вы победите смерть! Можете сказать, я сражался в этот день у Гавгамел. За свободу. И во славу Греции! Зевс нам поможет! Не понимаю, повелитель. Окружи его, Бес. Центр македонского войска.
Фарнак. Смелый! Да, великий царь. Не открывать! Следите за конницей слева! Быстро! Пошел!
Скажи Александру, если он откажется слушать, выживи и отомсти ему за предательство. Всю ночь и настигнем, Дарри! Накормите лошадей! Александр! Александр, мой отец погибает! Они опрокинули нас! Начали грабить обозы! Армения, он терпит крах! Александр, ты потеряешь свою армию, погнавшись за Дарием! Захватив его, мы получим империю! Оглядки скакать хоть на край света! Тебе все равно не уйти от меня, трус! Армениуну! 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 Ты истекаешь кровью, повелитель. Позволь прикрыть твои раны. Малая, не сейчас. Займись теми, кому намного хуже. Помоги им. Ты очень храбр. Как тебя зовут? Главк, мой царь. Главк. А где твой дом? В Лирии. Расслабь свое тело, Главк. Думай о доме. Прояви здесь храбрость. И ты покроешь себя славой. Александр. Персидская империя, до той поры величайшая из всех, была разрушена. В 25 лет Александр стал правителем всего мира. Однажды Александр сказал мне, мы наиболее одиноки в окружении мифов.
Он осуществил мечту всех греков, равную победе над троянцами, добытой Ахиллесом. Все славные мгновения Александра любили все. Однако выяснилось, что войти в Вавилон было намного проще, чем из него выйти. Это создано для нас. Красотища. Равных ему нет. Великие умы все это создали. С такими архитекторами мы могли бы возводить города своей мечты. Аристотель называл их варварами. Жаль, что он не видел Вавилон. Здесь столько золота, что хватит на содержание 3 поколений македонского войска. Это развратит македонцев, Кассандр. Большие богатства влекут жадных воронов. Ты говоришь не о воинах? Надеюсь. Они сполна получат Антигон. Но не как наемники в счет будущих заслуг. Слышу слова Филиппа. Филипп не видел Вавилона. Да, сюда он не дошел бы, Фестин. Александр, знаю, ты считаешь меня старым занудой, но, несмотря на все разногласия, скажу только одно. Сегодня твой отец тобой бы гордился. Спасибо, Парменио. Я прошу тебя простить мой гнев и мою гордыню. Они ослепляют меня. Дети и внуки пастухов, гонявших коз, теперь мы управляем половиной мира. Но все эти великие богатства и огромная власть могут привести нас к полному краху. Ты преувеличиваешь. Дарий еще дышит. Значит, он законный царь Азии. А за мной пустота. Но он утратил власть, Александр! Эй! Забился в горы, потерял армию. Пока он прячется, Филота, в него верят. Но когда его найдут, все будет кончено. Судя по всему, ты уже принял решение. Нам нужно завершить то, что мы начали у Галгамел, Парменио. Мы отыщем Дария, где бы он ни скрывался. Филипп не хотел этого. Но я не он. Неужели вы так быстро забыли, что удача благоволит храбрым? О, боги, что тут такое? Неудивительно, что Дарий бежал. Ведь здесь его ожидало такое богатство. Я полагаю, по одной на каждую ночь года. Помоги мне, Афродита. Я, как друг, избавлю тебя от этого соблазна, Леонард. Прошу прощения.
Должно быть, Аристотель был провидцем. Разве они не используют свою красоту, чтобы развратить наши души? Великий царь Александр. Принцесса Тысячи Роз и старшая дочь бывшего великого царя Дария, Статира. Благородный Александр. Я молю сохранить жизнь моим сестрам, моей матери и моей бабушке. Прошу, пощади моих близких, Александр. А меня продай в рабство, только не... Царица, посмотри мне в глаза. И скажи мне, как ты хочешь, чтобы к тебе относились? Так, как подобает дочери царя. Да будет так. Вас будут почитать, словно вы моя семья. Вы покинете дворец, когда сами захотите. Есть у тебя другие просьбы, моя благородная царица? Больше нет. Все, что я хотела, уже. Я уже. Попросила. Попросила. Ты истинная дочь царя. Она стала бы тебе идеальной парой. Однако за 3 месяца ты ничего не предпринял. Ты бросил меня в пели на милость своих врагов. И я вынуждена наблюдать, как Антипатр, привыкший к власти, которую ты ему доверил, укрепляется на троне. Я уверена, что он поддерживает тайную связь с Парменианом, а тот опасен. Но больше всего бойся тех, кто к тебе ближе. Они подобны змеям, которые могут ужалить. Отважный кратер! Асандра, сына Антипатра. Даже Клита, любимчика твоего отца. И Птолемея, своего друга. Присмотрись к тем, кто много размышляет. Ум затмевает взор. Лишь Гефестин не вызывает у меня подозрений. Ты всех их наделяешь богатством, обрекая свою мать и самого себя жить в благородной нищете. Почему ты никогда мне не веришь? Чтобы постичь тайны чужой души, нужно обладать моей подозрительностью и недоверием. Ибо тайны эти черны. Совершенно черный. Но ты другой, сын Зевса, светоч всего мира. Скоро от твоих товарищей останутся только тени, но твое имя будет вечно жить в истории, как воплощение славы, яркой юности, вдохновляющей на подвиги других. В мире больше не будет такого Александра, как ты, Александра Великого. Воины говорят, что ты одержим идеей схватить Дария. О том, что ты станешь царем Азии, будто бы речь и не шла. Понятно. Они хотят вернуться домой, набив карманы золотом. Но я видел будущее, Гефестион. Я видел его множество раз на множестве лиц. Нужны перемены. И сейчас я знаю, что Аристотель ошибался, говоря об этих людях. На чем ты? Взгляни на них. Они не хоронят мертвых. Приходят в восторг, рубя головы. Публично совокупляются. Могут ли они что-то создать, спеть, написать, когда никто из них не умеет читать? Но с армией Александра они окажутся в местах, о которых не могли помыслить.
Они станут служить и работать в городах. В Александриях от Египта до самого Дальнего океана. Объединить эти земли и их народы. Вот моя цель. Говорят, что над этими Александриями витает дух самого Александра. В города людей заманивают, чтобы там превратить в рабов. Мы освободили их от персов, Гефестион. Вот кто делал из них рабов. Освободить весь мир. Сумевший это затмит Ахиллеса. Затмит Геракла. Он будто Прометей. Даст свет человечеству. Вспомни о судьбах этих героев. Об их ужасных страданиях. Страдают все. Твой отец страдал. Мой. В конечном итоге важно лишь то, что ты успел сделать, пока жил на этом свете. Однажды ты сказал, людей гонит вперед страх смерти. Неужели только это? Неужели в твоей жизни нет любви, Александр? И я спрашиваю себя иногда, не бежишь ли ты от своей матери? Вас разделяет столько лет и столько стран. Чего ты боишься? Кто знает. Отец говорил, что я слаб. Мать в детстве звала меня богоподобным. А по-твоему, Гефестион, кто из них прав? Северо-восточная Персия. Поход в северо-восточную Персию обернулся тяжелой трехлетней войной с мелкими отрядами противника. Мы загнали Дария в Бактрию, но уже не застали его в живых. Мы только что его обнаружили. Он попросил воды, попил и умер. Великого царя Дария предали его же военачальники. Воздав почести погибшему царю, Александр бросился преследовать тех, кто осквернил его тело. Перейдя реку Окс, он вступил в Согдиану. Мы с боями оттеснили противника в неизведанные степи, где до нас бывали лишь герои мифов и легенд. Картографы уверяли, что мы оказались на границах Европы и Азии. На самом же деле, мы окончательно заблудились. Там Александр основал свою десятую Александрию, где поселил старых воинов с их женами и всех тех, кто готов был жить в отдаленной крепости. Александр не мирился ни с какими поражениями. Он сокрушал любое племя, которое оказывало сопротивление. Готов был уничтожать каждую крепость, каждого сатрапа до тех пор, пока ему не принесут голову самого последнего врага. Александр не мог допустить появления иных претендентов на трон царя Азии. Он присоединил к своей империи Согдиану и Бактрию. Именно здесь молодой царь принял одно из самых таинственных своих решений. Что?
смотрю ей в глаза и вижу, что она, Александр, к тебе неравнодушна. Помни, что в моей стране тот, кто любит очень сильно, всего лишается. А тот, кто воспринимает ее с иронией, сохраняет любовь надолго. Мы столько лет ждали, а ты выбрал дочь варвара, Александр. Девочка крепка духом. Зачем жениться? Сделай ее своей наложницей. Потому что я хочу сына. Тебе понятно, Филота? Сестра любого из твоих приближенных может подарить тебе сына македонца. Сделав азиатку царицей, а не наложницей, я проявлю уважение к нашим подданным. Это больше, чем что-либо объединит нас. Не исключено, что и македонка станет моей женой. Второй женой? Ты оскорбишь Македонию. Александр! Ты попираешь честь всего нашего царства. Именно. Чего ты хочешь, Александр? Мы пришли в Азию, чтобы наказать варваров. И своего добились. 7 лет вдали от дома мы носимся из одного края в другой, преследуя кочевников. В то время как в Македонии не хватает людей. Ради чего? Чтобы прокладывать в Азии дороги? Строить для ее народов города? Да, строить города. Покорять новые земли, Пармениум. А какой прок Македонии? Она богата, как никогда. Побежденная тоже. Уважаю твои седины, Пармениум. Но если при Гавгамелах ты дрался лучше, мы бы захватили... Как ты смеешь, Ниарх? Я тебе не Ниарх, невоспитанный мальчишка. Александр сам слишком сильно растянул наш фланг. На месте моего отца ты бы тоже ничего не смог сделать. Пилота! Сядь, успокойся, что ты? Александр, я знаю тебя с рождения. Я поддержал тебя после смерти твоего отца. Во имя самого Зевса. Из уважения к тем, кто сделал тебя царем. Дай нам македонского наследника. Македонского наследника! Я тебя прекрасно слышу. Но, Александр... Пармениум! После свадьбы ты с двумя фалангами вернешься в Вавилон. Надеюсь, что как антипатр в Греции, ты поддержишь порядок в империи и наладишь снабжение нашей армии. Я буду зимовать севернее, а мой передовой отряд я в Маракате. Я буду молиться Аполлону, чтобы ты осознал, как далеко ушел от пути твоего отца. Да будь ты проклят, Пармениум, со своим Аполлоном! Путь моего отца – война! Ему были неведомы твои рассуждения! Он никогда не жаждал войны, Александр, не наслаждался ею. Он слушал советы своих военачальников, которых считал равными себе, как это принято в Македонии. Он не принимал решения лишь в угоду своим желаниям. Я привел вас в земли, о которых мой отец только мечтал. Опомнись, старик, ведь это другой мир. Александр, будь же благоразумен! Разве покоренные народы равны нам? Делить с нами трофеи? Вспомни, что говорил Аристотель. Азиатка! Возможно ли поверить той, кто принадлежит к расе, всегда нарушающей слово данное греком? Да будь проклят, твой Аристотель! Александр! Нет, стоять! Ответь мне во имя Зевса и всех богов! Чем ты лучше них, Кассандр? Что в тебе особенного, кроме высокомерия? Александр. Но больше всего меня злит не отсутствие уважения к моим решениям, а ваше презрение к миру, который намного древнее нашего. Спустя 10 лет после того, как мать призвала его взять жену из Македонии... И пусть через наш союз примирятся греки и варвары. Самый могущественный человек в мире взял в жены девушку из семьи, не игравшей особой роли в мировой политике. Зачем? Они считают, что им двигало желание заключить союз с азиатскими племенами. Другие полагают, что он хотел наследника. А третьи утверждают, что Александр искренне влюбился. Что за человек была эта Роксана? Разглядеть хоть что-то в омуте ее черных глаз не мог абсолютно никто. Александр! Специально для тебя. Хочу в этот славный день
провозгласить тост за великую армию, бесстрашно сражавшуюся все эти годы. В знак моего уважения к воинам, которые 7 долгих лет были со мной, объявляю, что все ваши долги будут погашены за счет царской казны. В честь моей невесты, моей прекрасной невесты, мы признаем всех женщин, разделивших с нами тяготы этого длинного пути, и жалуем им приданное, с которым они смогут достойно выйти замуж. И, наконец, сами боги требуют от нас, чтобы дети, появившиеся в походе, получили надлежащее греческое образование за наш счет, военную подготовку и пополнили ряды воинов нашего царства в Азии. Я его нашел в Египте. Тот, кто продал мне это кольцо, говорил, что оно помнит времена, когда человек поклонялся солнцу и звездам. Думая о тебе, я всегда вспоминаю солнце, Александр, и молюсь, чтобы ты продолжал греть нас своим светом. Желаю тебе сына. Это Гефест. Любой бывает такой разный, Роксана. Идем. Ты ничего не боишься. Все совпадает. Мужчина искал девушку на вершине мира. И нашел ее. Миф превратился в реальность. Сделай это. Я бы сделал.
И я умру, как глупец. Во имя этой любви. Дикарка и ты. С твоей благородной кровью. Она столь неуступчива, что уже начала наживать себе врагов. Не нужно путать нас. Что бы ни говорил Филипп, я не была дикаркой. Во мне течет царская кровь Ахиллеса. А твоим отцом был сам Зевс. Я понимаю, она принесла тебе счастье. Но услышь, что я говорю тебе, действуй, и действуй быстрее. Прошло 7 лет, и люди спрашивают, кто такой царь Александр? И я привела достаточно доказательств. Антипатр изо дня в день подтачивает твою власть. Вернись в Вавилон, и начни укреплять сердце своего царства. Или вернись домой в Македонию и реорганизуй свои силы. Прекрати гоняться за своей мечтой, уходя все дальше на восток. От этого зависит не только твоя жизнь, но и моя. Помни, мои мысли только о тебе. Стремясь навстречу своей славной судьбе, думай о своей матери. Не бросай меня. Защити меня от врагов и будь рядом. И помни, только я. Я буду любить тебя всегда. Очень жаль, что ты лишь бледная тень моей матери. Заговор глубоко опечалил Александра. И не только потому, что в нем участвовали его юные слуги, с которыми он делился всеми своими мечтами. Куда труднее ему было смириться с тем, что тень подозрения пала на Филоту, друга детства и начальника китайров, Александра. В детали своего плана! Вспомни, кто перед тобой. Я помню Филоту, но не того, кого тебе хотелось бы. И мне, и твоим товарищам, которые здесь присутствуют, кажется, что тебя переполняет тщеславие. Нет, не то.
Никто не вступился за Филоту. Ведь ни один из нас не любил его. К тому же, потом мы все поделили отнятую у него власть. Перед казнью мы пытали Филоту, желая выведать, что известно его отцу Пармениону. Но так ничего и не узнали. Еще труднее было понять, как поступить с самим Парменионом и его 20 000 солдат, охранявшими наши далекие обозы. Был ли он невиновен или же решил действовать, не дожидаясь, пока годы окончательно лишат его сил? Армия будет расколота. Воины пойдут за царем. Александра там не будет. Ситуация требовала от Александра действий. Так что они пойдут за мной. И он приступил к ним через час после первых обвинений Филоты в измене. Так скачите. Антигон и Клит. Скачите быстрее. 3 дня Антигон и Клит скакали почти без остановок, пока не добрались до Пармениона. Пармениона признали его вину. Они прекрасно помнили правила кровной мести, согласно которым глава семьи нес ответственность за поступки всех ее членов. Клит, все-таки Зелон, ты помнишь историю Титана? Пармениона? Однажды Багой сказал, Александр также безуспешно искал любовь, как и край света. Весной Александр повел 150-тысячную армию через перевалы Гиндукуша в полную неизвестность. Ему казалось, что эта дорога приведет его на край света. Наша империя была подвижна. Она растянулась на 1000 километров от Греции. Повара и архитекторы, врачи и картографы, ростовщики и жены, дети, любовники, потаскухи и, разумеется, рабы сливались в общую людскую массу, создавая хребет нового зверя. Никто не знал, хорошо это или плохо, но вот что было очевидно. Ни один завоеванный край не остался таким, каким он был до Александра. Александр хранил верность Роксане, но его визиты в ее шатер становились все реже. Год, а затем и другой прошли, но наследник так и не появился на свет, что чрезвычайно уязвляло невероятную гордость Александра. Картограф утверждает, что Зевс приковал Прометея где-то там, наверху, в одной из этих пещер. Они говорят, что над ней гнездо огромного орла. Я полагаю, оттуда он бросался вниз клевать печень бедного Прометея. Помнишь, что Аристотель рассказывал нам об этих горах? Да, конечно. Он говорил, что поднявшись на вершину, можно оглянуться и увидеть на западе Македонию, а на востоке далекий океан. Но боюсь, что наш мир намного больше, чем мы предполагали. Он оказался миром... Миром тиранов. Проверены все известные тропы, Александр.
отсюда другого пути нет. Только на юг, в Индию. Будь мы богами, прорубили бы дорогу к Восточному океану. Мы дойдем до него и через пару лет вернемся. Но прежде мы должны побывать дома. А ты уже нашел свой дом? Птолемей. Я все чаще думаю, что мой дом Александрия. Там хотя бы жарко. Да и Таис. Там очень нравится. Всех мужчин влекут домой женщины. А у меня такой нет. У тебя есть Вавилон, Александр. И твоя мать только и ждет туда приглашения. Да, у меня есть Вавилон. Но всякий раз, когда я пересекаю границу, то лишаюсь новой иллюзии. Последней из них станет смерть. И все же я двигаюсь дальше и дальше в поисках дома. Где же наш орел? Мы будем идти дальше, Птолемей, пока не дойдем до конца. Индия – край, где рождается солнце. Говорили, что она еще богаче, чем Персия. И тем не менее, эту страну еще никому не удавалось исследовать или завоевать. С самого начала Александр пытался объединить эту страну, хотя в ней никогда не было единого центра. Местные князьки враждовали друг с другом. Бесчисленные племена становились жертвами фанатиков и философов во имя своих непонятных богов. Кратеру, возглавлявшему передовой отряд, пришлось сражаться с маленькими людьми в звериных шкурах, живших на вершинах деревьев. Убить их! Но Гефестион убедил нас, что это покрытые мехом животные, которые лишь изображают людей. И это племя было названо обезьянами. Это обезьяна. Обезьяна. В точности как люди. Невероятно. А на руки взгляни. Как у нас? Смотри, Роксана. И они очень умные. Здравствуй, малыш. Они разговаривают? Нет, только кричат. И от них столько шума. А потом пошел дождь. Мы еще никогда не видели, чтобы вода изливалась с небес 60 дней и ночей. Крепись, Махата. Что твой сын скажет? Запомни, с возрастом человек становится сильнее. Дай мне моего коня, и мы вместе пойдем в бой. Клит, дай мне средство от укусов змей! Быстрее! Фабанус! Кто-нибудь, позовите Фабануса! О, боги! Зевс не допустит. Держись, Димна. Не теряй мужества. Не теряй мужества. О, Зевс, нет. Наша мечта о золоте и славе исчезла, когда мы поняли, что не найдем ни того, ни другого. Разочарование стало усиливаться. Мы вырезали всех индийцев, которые смели сопротивляться. Местная вода была слишком грязной, поэтому мы пили крепкое вино. Александр часто возвращал покоренные земли поверженным правителям, стремясь сделать из них своих союзников.
Все это вызывало недовольство его соратников, которые стали задаваться вопросом, а не хочет ли Александр обрести славу, подобную славе Геракла. За бога моей матери Диониса. По словам наших индийских союзников, он побывал здесь еще до Геракла. Примерно 6000 лет назад. За героя! Оксана! Ты себя унижаешь. Эти индийцы – самый злой и подлый народ. Ты ведь даже не пытаешься их понять. Я пытаюсь. Но я знаю одно, Александр. В Персии ты великий царь. Здесь же тебя ненавидят. Вернись в Вавилон. Там ты вновь обретешь свою силу. Поговорим об этом позже. Да. Поговорим. Позже. Я приду. Сегодня. Я буду ждать. Мой царь. Повелитель! Я бью за Багоя! И за 30000 утонченных персидских юношей, которых мы готовим к службе в нашей великой армии! И за покойного царя Филиппа! Жаль, что он не дожил, а то бы увидел, какая из его македонцев получилась прелестная армия! За Филиппа! За истинного героя! Заклито! Его назначение сатрапом Бактрии! Как ты ловко сказал, Птолемей! А ведь все мы прекрасно сознаем, что после 30 лет верной службы это скорее не награда, а ссылка! Ты называешь управление крупной провинцией ссылкой? А разве мой повелитель доверял кому-нибудь еще из своих ближайших товарищей управление столь отдаленной сатрапией? Видно, хороший сатрап из тебя не выйдет, Клит. Да будет так. По мне, так в македонских обносках гнить лучше, чем сиять восточной помпезностью. Я не собираюсь дрожать и кланяться, как те лизоблюды, что тебя окружают. Гефестиан, Неарх, Пердика. Как будущий правитель одной из самых восточных сатрапий, ты не задумывался о том, что мои персидские подданные склоняют передо мной голову в знак уважения к своему царю? Разве я настаиваю, чтобы греки поступали так же? Ты принимаешь подношение греков, как подобает сыну Зевса? Только добровольные. Так почему ж ты не отступишься от этой показной лести? Или мы свободны только склонять пред тобой голову? Ты ведь склоняешь голову перед Гераклом, а он тоже был смертным, но сыном Зевса. Как ты в свои годы можешь себя сравнивать с Гераклом? А почему нет? На моем счету не меньше свершений. Я пробился так же далеко, а может быть и дальше. Геракл сделал это в одиночку. Разве ты завоевал Азию один, Александр? Скажи, кто спланировал это вторжение? Разве не твой отец? Или ты считаешь, что в твоих жилах течет не его кровь? Эй. Зевса? Амона? Ты меня оскорбляешь, Клит. Я не потерплю насмешек над моим родом. Никогда твой отец не стал бы водить дружбу с варварами и требовать, чтобы мы их признали равными себе в бою. А мы, македонцы, тебя не устраиваем. Я помню время.
Мы говорили с тобой как настоящие мужчины. Высказывали все прямо в глаза, без раболепия и подобострастия. А сейчас ты целуешь их, берешь в жены бесплодную дикарку и осмеливаешься называть ее царицей. Уезжай, Клинт, пока не сломал себе жизнь. Гордыня тебя заставила забыть страх перед богами. Это армия! Кровь твоей империи, мальчишка! Без нее ты ничто! Ты не надобен нам более в этом походе! Уберите его с глаз! Я больше тебе не гожусь! Ты что, забыл, как я спас твою ничтожную жизнь при Гавгамелах? Неужели теперь нам придется совокупляться с этими смуглыми обезьянами? Александр, оставь его! Вызовите стражу! Взять его за измену! Кто еще с ним? Никто! Кто с ним? Никто! Я призываю свидетелей Зевса, моего отца! Тебе придется ответить перед ним! Я узнаю, как далеко тянутся нити этого заговора! Взять его! Ты всюду видишь заговоры! Вспомни бедного Пармениана! Ты вынудил меня совершить злодейство, чтоб не мараться самому! Бесстыдный лицемер! Деспот! Мнимица! Александр! Ты покрыл себя позором со своей матерью дикаркой! Уже третий день. Он сказал никого. Даже тебя. Я ему нужна. Не нужна. Не нужна. Ты совершаешь ошибку, Гефестион. Армии нужна твоя поддержка. Александр. Да. Армия будто прежняя любовь простит, но не забудет. Тебе прекрасно известно, что великие люди, сделав шаг, не возвращаются назад, ведь ты, Александр, сожаление и печаль сломят тебя. Гефестион, неужели я слеп от своей гордыни? Порой гордыня проявляется в том, что ты ждешь от своих подданных преданности не на жизнь, а на смерть. Тогда Клин был прав. Я в самом деле теперь тиран. Ты смертный. Они знают это. Но прощают тебя, потому что ты помог им собой возгордиться. Я потерпел крах. Македония. 8 годами ранее. Всю свою жизнь я ждал, что греки падут ниц, проявляя почтение к Македонии. Этот день настал! Да хранит Филиппа всесильный Зевс! Они уже сейчас говорят, Филипп великий военачальник, но Александр поистине велик. Позволишь оскорбить меня еще раз, я тебя убью. Весной, в Персию. Ты будешь моей правой рукой. Это великая честь. Я не променяю ее на все золото мира. Оно и так твое. Он возомнил себе 13-м богом. Мой бедный Филипп выпил столько вина, что разум потерял. Моя повелительница. Атал.
Надеюсь, твой сын получает не меньше удовольствия, чем его опекун. Он очень устал. Приведи сюда мою стражу. Арсений! Царская стража! Корене! Марш! Повелитель, а где охрана? В такой толпе кругом греки. Клит. Мой Клит. Этому человеку ты можешь довериться, Александр. Он в любую минуту прикроет тебе спину. Я понял. Сегодня мой народ охраняет меня. Пусть греки увидят, что я способен пройти сквозь толпу подданных. Будут ли после этого меня звать тираном? Учти, охрана входит только после меня. Клит, проследи, чтобы вино лилось рекой. Я хочу им понравиться. Что я сказал? Я войду один, а ты вместе с охраной. Ну иди! Иди! Лучше я пойду с тобой. Хочешь, чтобы весь мир увидел, что ты мой наследник? Она тоже этого хочет. Довольно оскорбляться, Александр, будь мужчиной! Тебе повезло, что ты сегодня здесь, после своей выходки. Во имя Геракла, во имя Зевса и остальных подчинись мне хоть раз! Будь храбр, отец. И упивайся гордостью от сознания того, что ты бесстрашен.
себя вести при народе столь неприлично. Случилось то, что должно было случиться. Я не так хотел взойти на престол. Тебя никто не винит. За спиной все обвиняют меня в смерти отца. Тайком! Злословие не приносит власти. А позор! Кто убил моего отца? Отвечай. Отвечай, или пойдешь под суд за его убийство. Повсаний. Ему кто-то помог! Ты помогла ему. Нет, никогда. С чего бы мне убивать его? Очень многие этого желали. Греки, персы. Ты безумна. Ты отвратительна. Ты выпустила на волю своих жутких фурий. Так кто же сейчас преувеличивает? Ты ведь в глубине души тоже этого хотел. Это ложь! Он был моим отцом, и я его любил! Он не был твоим отцом. Ты не связан с ним кровными узами. Ты все лжешь, лжешь и лжешь. Ты опутала меня своей ложью, словно змеями, и все время сбиваешь толку. Успокойся. Посмотри на себя. Разве он был такой? Он был жесток. Ты утончен. Он был воин. Но ты царь. Он не мог справиться с собой. А ты будешь править миром. Я уверен, боги накажут тебя за подобные речи. За твою неимоверную гордыню и отсутствие скорби по мужу. Скорби по мужу. Да что тебе известно о Филиппе? Нет, Александр. Зевс, вот твой отец. Так соответствует... Прежде всего, я тебя уничтожу! Ты убила мою душу! Ты меня произвела на свет из ненависти. Ненависти к тем, кто сильнее тебя. Ненависти к мужчинам. Я растила тебя в своей вере, Александр. И клянусь Зевсом и Дионисом, ты вырос превосходным царем. Будь проклята твоя колдовская душа. У нас они похожи, Александр. Нет! Нет! Ты лишила меня всего, что я любил. И вылепила по своему образу и подобию. Прекрати. Хватит вести себя как мальчишка. Ты царь. Так себе. Пармений, он пока на нашей стороне. Казни без промедления Атала. Отбери у него все земли и искорени навсегда его род. Эвридику, никогда. Смейся, чудовище, приносящее несчастье. Неужели ты надеешься жить долго? Ничему не научился у Филиппа? Нет, я учился у тебя. Мама. Ну и чем же я заслужила подобную ненависть? Скоро ты все осознаешь. Кроме тебя в моем сердце никого нет. Я знаю, что тебе надо. Время пришло. К тебе благосклонны боги. Великое богатство, власть, завоевание. Весь мир твой. Осталось только взять его. Возьми же. Александр. Больше Александр никогда не видел свою мать. Пока он воевал с северными племенами, Олимпиада устроила так, что новая жена Филиппа Эвридика и ее младенец были убиты. В силу сложившихся обстоятельств ему пришлось казнить ее дядю Атала. Индия. Ну, конечно, вы боитесь. Мы все боимся, потому что никто не забирался так далеко. Всего через пару недель мы выйдем к океану и повернем домой. Мы построим суда и пройдем под парусами вниз по Нилу в Египет.
Доберемся до Александрии, и через несколько недель будем дома. Дома нас ждут любимые. Дома мы будем хвастаться трофеями и рассказывать об Азии. Дома нас ждет почет и слава до конца наших дней. Мы пойдем за Александром! Мы с тобой, Александр! Что? Молчание? Мы с тобой, Александр! Букест, герой, ты видишь вокруг мифических амазонок, которые стреляют в мужчин? Куда они подевались? Мелиагр, неужели племена, которые ждут нас впереди, страшнее покоренных? Лисимах. Антигон. Вы разбиваете мне сердце! Неужели вы боитесь? Мы воины! Какие же враги! Мой царь, я не люблю нытья и не терплю его в своих рядах. Но я потерял много людей. А те, что пришли на их место, слишком юны. Кого-то болезни унесли, кого-то закололи в сражении на берегах Окса. Одни погибли достойно, другим повезло меньше. Но их тоже нет. 8 лет назад под моим началом было 40 тысяч человек. Мы прошли за тобой почти полмира. И в дождь, и в солнце. Мы бились за тебя. Некоторые из нас прошли 50 сражений. Мы убили много варваров. Но теперь, оглянувшись, сколько тех, с кем покинул Македонию, я увижу. А ты хочешь, чтобы мы продолжали биться с дикими племенами, уходя все дальше на восток? Мы слышали о тысячах чудовищных слонов. О сотнях глубоких рек. Кратер! Добрый Кратер. Кто мог сказать лучше, чем ты? Благороднейший из людей. Но мое тело тоже покрыто шрамами, а кости переломаны. Мне тоже. Пришлось видеть смерть, и я прошел через все трудности вместе с вами! Знаем, мой царь, за это мы все тебя и любим! Но, клянусь Зевсом, слишком многие пали! Ты лишен радости отцовства, Александр, а мы всего лишь покорные смертные, страшащиеся гнева богов! Мы только одного хотим! Увидеть своих детей! Своих жен и своих внуков в последний раз! Перед тем, как разделим участь своих товарищей в царстве Аида! Следуйте за своим царем! Смерть предателям! Да, ты прав, Кратер. Я проявил равнодушие. Я отправлю заслуженных воинов домой. Вы получите серебряные щиты. Все прослужившие в армии 7 лет будут взяты на полное содержание за счет казны. Вы будете наслаждаться почетом. Богатые! Любимые, а ваши жены будут вас считать героями до конца ваших дней. И вас ждет спокойная, тихая смерть. Но это мечты, Кратер. Вас уже нельзя назвать македонцами после того, как вы наплодили детей с персидскими женами и набили ваш нос золотом. Потому что вы полюбили все то, что губит настоящих мужчин. Неужели не ясно? И вы не хуже меня знаете все это, что годы улетят, воспоминания потускнеют, слава от ваших побед померкнет, но одно будут помнить всегда. Вы бросили своего царя в Азии, ибо я пойду дальше вместе с армией азиатов. Мы пойдем за тобой! Побед. Перед смертью мы хотим увидеть своих жен и детей. У меня растут внуки! А я их не видел! Да! Да! За мой счет вырастите детей!
ничего не брал себе, и теперь я прошу у вас всего один месяц. Мы пошли за тобой, а ты нас не слушал. И не слушал. Заткнись, ублюдок. Что вы, твой отец сказал? Я привел вас в земли, о которых отец и мечтать не мог. Слишком далекие. Идите домой, а я положусь на варваров, ибо они храбры. Я иду на восток. Все погибли, и некому было рассказать о его злодеяниях. Кто это сказал? Мы никогда не сможем вернуться в Македонию. Ты древний трус, выходи. Повтори свои обвинения. Зачем, чтобы ты нас убил? Сын Зевса, ты осквернил память своего отца. А может, ты сам его убил, как и Калиб? Прячься, прячься в толпе, ибо я лишу тебя жизни. И честь моих предков. Взять его и его. Верный Деметрий, ты называешь меня убийцей, но мне нет этой крови. Назад! Да, вы познаете всю боль измены. Архей, ты высмеиваешь мою скорбь по клиту, утверждая, что я мог убить своего отца. Назад, назад, шатрам, после назад, всего, шатрам. Что я для вас сделал. Предатели, трусы. Давайте, где ваши клинки? И он повел армию на юг, к далекому океану. Подавив бунт и казнив заговорщиков, он сделал то, что, на мой взгляд, должен был сделать во время войны любой полководец. Но стало очевидно, что армия расколота, и Александра любят уже далеко не все. Сохраняйте спокойствие. Вместе мы непобедимы, как боги. Левой рукой прикрывайтесь, правой бейте изо всех сил. Страх, чушь и пустая трата времени. Щиты сомкнуть! Щиты сомкнуть! Щиты сомкнуть! Щиты сомкнуть! В бою! Пусть возвращается в центр. Да, повелитель! Аминта, разыщи на берегу реки Гефестион и приведи в центр всю нашу конницу. Пока не поздно, нужно пробиться к кратеру. Да, повелитель! Да, повелитель!
Бояться, мой друг. Это всего лишь солнце и твоя тень. Мы вместе. В последний раз, Пацифан. Разве это не прекрасно? Жить с отвагой в сердце и умереть, покрыв себя вечной славой! Вперед, македонцы! Почему вы отступаете? Разве вы не хотите прославиться в веках? Именем Зевса, вперед! Вперед! Александр!
всех его сражений. Настоящая бойня, сущее безумие. После нее мы все потеряли разум. Жизнь должна была закончиться в Индии. Достойный финал легенды. Но ведь так не бывает. К примеру, Геракла убила отравленная туника, которую по ошибке поднесла ему ревнивая жена. Македонцы, мы идем домой. Мы идем домой! Мы идем домой! Александр! Александр! Идем домой. Принеся жертвы богам по окончании великого похода, Александр простился с Востоком и направил свою армию на запад через огромную гидроссийскую пустыню, пытаясь найти кратчайший путь домой, в Вавилон. До сегодня неизвестно, сколько человек погибло по дороге. Это была самая трагическая ошибка в его жизни. После долгого шестилетнего похода в восточные земли Александр наконец вступил в Вавилон и тут же снова потряс весь мир, взяв в жены еще двух девушек. Еще вчера ночью он был... Всему причиной вода, повелитель. Он ее подлил в вино.
Но как такое возможно? Тиф из Индии? Я бы не волновался, повелитель. Пара дней покоя и отдыха, и ему станет лучше. Но никакого вина и холодных цыплят. Убирайся! Мне уже лучше. Скоро буду здоров. Весной мы идем в Аравию, я без тебя не смогу. В Аравию. Помнишь, ты меня наряжал? Да. Словно шейха. И мы дрались на кривых деревянных саблях. И только ты мне не уступал. Только ты был всегда со мной честен. Помогал видеть себя со стороны. Прошу, не покидай меня, Гефестион. Я помню юношу, желавшего сравняться с Ахиллесом и затмившего его. А ты, Патрокл, ну что случилось? Мечты оказались юношеским мифом. Но как же прекрасен был этот миф. Мы взлетаем и падаем. Гефестион! Не сдавайся. Борись, Гефестион. Мы умрем вместе. Такова наша судьба. Наши жены подарят нам сыновей. И они будут играть, как когда-то мы играли. Мы спустим на воду тысячи кораблей. Мы обогнем Аравию. И под парусами войдем в Египетский залив. Оттуда, через пустыню, мы пророем канал, ведущий в Среднее море. Пойдем на Карфаген. Обложим данью великий остров Сицилии, а потом мы покорим римские племена, какими бы блестящими воинами они ни были. Мы минуем северные леса и выйдем к океану через столбы Геракла. И когда-нибудь, лет через 10, Вавилон с его глубокой гаванью станет центром мира. Александрии вырастут. Все народы перемешаются и будут путешествовать. Азия с Европой сольются. А мы с балкона, Гефестион, станем обозревать этот новый мир. Снова пьян? Уходи. Он мертв. Кто? Многие ненавидели его. Но пойти на это могла только ты. Гефестион мертв? Чудовище! Ты у меня отняла все, что я любил! Ты с ума сошел! Пусть же фурии до скончания веков терзают твою жалкую душу! Подчинись мне! Александр, я ношу твоего ребенка! Александр, у нас будет сын! Нет! Он мой повелитель! Нет! Александр, я ношу твоего ребенка! Мой Александр, мой царь! У нас будет сын! Мой бедный, бедный, несчастный сын! Больше не прикасайся ко мне! Никогда! Нет!
наступил рассвет. За моих старых друзей. И за мифы. За мифы! За мифы! За мифы! Приезжай, Вавилон. Я жду тебя, твой единственный любящий сын. Если ты не назовешь имя, начнется война. Молю тебя, скажи, кто? Только я буду любить тебя всегда. Что он сказал? Лучший. Он сказал лучший. Нет, он сказал Кратон. Вавилон, Персия, 323 год до нашей эры. 10 июня, всего за месяц до 33-летия, сердце Александра Великого остановилось. Выполняя клятву, Александр присоединился к Гефестию. Но за свою короткую жизнь он, без сомнения, успел покрыть себя славой, сравнимой со славой своего предка Ахиллеса, и даже затмил его. Расплатой за эту славу стал ранний уход. Александр выполнил все условия договора с судьбой, и этим, по моему глубокому убеждению, он победил смерть. Причастность Олимпиады к убийству его отца, на мой взгляд, доказана не была. Но для него это стало тяжелой ношей. Александр слишком любил славу, чтобы лишить ее отца. Но по крови и только так.
Он был виновен в его смерти. Уже через несколько часов мы, словно шакалы, начали драку за его тело. Мир погрузился в пучину войн. То вспыхивая, то затихая, они продолжались 40 лет. А Кассандр в Греции, кратер Антигон в Западной Азии, Пердикка в Восточной, я в Египте. Пока, наконец, мы не разделили его империю на 4 части. Мы же не дикари, в конце концов! Кассандр всем продемонстрировал свою непомерную жажду власти, когда 7 лет спустя отправил на смерть Олимпиаду. Через 12 лет после смерти царя он окончательно уничтожил его род. Александрия. Отравив Роксану и 13-летнего сына Александра, истинного наследника империи. Истина не бывает простой, но в нашем случае она проста. И заключается в том, что это мы его убили. С нашего молчаливого согласия мы шли все дальше и дальше. Но дальше двигаться было нельзя. Во имя Ареса нам следовало понять, чем все это закончится. Но тогда бы нас ждала участь Клита. После долгой верной службы нам пришлось бы отдать все свои богатства варварам. Смешение рас, гармония. Да, он говорил об этом. Но не шел ли он на поводу своего желания завоевывать все новые земли и народы? Я не верил в его мечту. Как и мы все. Вот правда его жизни. Мечтатели лишают нас сил. Им следует умирать, прежде чем их проклятые мечты убьют нас. Выбрать все это Кадм – это не более чем бред старика. Напиши так. Он умер от лихорадки и упадка сил. Да, великий фараон. Он мог бы остаться в Македонии, у него появились бы дети. Он дожил бы до старости и умер в почете. Но не таков был Александр. Всю свою жизнь он пытался избавиться от страха. И вот так он обрел свободу. И стал самым свободным человеком из всех, кого мне доводилось видеть. Его истинная трагедия заключалась в его одиночестве и в растущей нетерпимости к тем, кто был не способен его понять. Да, его попытка примирить греков и варваров закончилась провалом. Но какой это был провал? Его неудача с легкостью затмила успехи многих других. Я прожил долгую жизнь, Кадм. Но слава и память людская всегда будут принадлежать тем, кто всю жизнь стремился к осуществлению своих великих мечтаний. И величайший из всех тот, кого сейчас называют Мегас. Александрос, величайший из всех людей. Режиссер Оливер Стоун. Авторы сценария – Оливер Стоун, Крис Кайл и Лаэта Калагридис. Продюсеры – Томас Шахли, Джон Киллик, Айн Смит и Морец Борман. В ролях – Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл Килмер, Кристофер Пламмер, Джаред Лето,
Розарио Доусон и Энтони Хопкинс, а также Брайан Блессит, Джонатан Рис-Мейерс, Тим Пигет-Смит, оператор Родриго Приэто, художник Ян Руфс, композитор Вангелис. Режиссер Оливер Стоун.